Добрый день, с вами канал Малорама. Первый фрагмент второй серии сериала «Зимородок». Фериту должны были сватать старшую сестру Суну. Но на церемонии он увидел Сейран, которую встречал до этого. И семья Ферита в последний момент попросили другую дочь семьи Сейран вместо сестры Суны, которая мечтала выйти замуж за Ферита. Сейран не хочет этого брака и пытается отказаться. Ферит, зная, что девушка отказала ему ранее, не привык получать отказ, и, взявший ее в жены, получит то, что хочет. Сейран очень переживает, что сестра Суна расстроится из-за того, что не выйдет замуж. Сейран решается на отчаянный шаг и говорит Юсуфу, чтобы он выкрал ее из дома, чтобы они вместе сбежали. Но с таким бесчувственным и жестким отцом у нее нет другого выбора, как только смириться со своей судьбой. Казым – отец Суны, и Сейран – муж Эсме. В Антепе его все любят, однако в домашних условиях он применяет психологическое и физическое насилие как к жене, так и к дочерям. А у богатого наследника семьи Кархан – Ферита – другая причина этого брака. Дедушка Халис, ага, хочет женить своего внука в наказание, чтобы исправить его разгульный образ жизни. Сейран и Ферит должны связать свои судьбы узами брака, хотят они этого или нет. Вторая серия сериала «Зимородок» выйдет 30 сентября в 20 часов ровно на телеканале Star TV. Кого заинтересовал сериал, ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!